Всем привет, меня зовут Диана Альбалау, и я профессиональный визажист и стилист по прическам, а также немного занимаюсь фотографией. В сегодняшнем видео я хочу вам дать один быстрый трюк, как сделать ваши ресницы просто абсолютно потрясающими. Я уже делала одно видео про то, как подкручивать ресницы и как сделать так, чтобы завиток держался весь день. И данное видео — это апдейт той техники, потому что я узнала лайфхак, который просто меняет игру и выводит ее на новый уровень. Смотрите, для данной техники нам понадобятся те же самые шаги. У нас также будет керлер, у нас также будет две туши, а не одна. Вы спросите, зачем две туши? А я вам напомню. Если мы подкручиваем наши ресницы керлером, а после этого мы используем обычную тушь, то что происходит? Обычная тушь у нас на водной основе, и наши ресницы всегда будут выпрямляться обратно, потому что если мы подкручиваем, в принципе, любые волосы, на них попадает вода, они выпрямляются обратно. Простой пример. Представьте, вы девушка с прямыми волосами, вы их накрутили, все классно, вы выходите на улицу, там дождь. Что произойдет с вашими волосами? Правильно, они выпрямятся обратно. И то же самое происходит с вашими ресницами. Так что после того, как вы подкручиваете ресницы, всегда используйте водостойкую тушь хотя бы вот на место сгиба, чтобы зафиксировать его. И уже потом, если вам не совсем нравится эффект от вашей водостойкой туши, вы можете использовать обычную тушь. Обычные туши, они вам бывают и удлиняющие, и такие прям более утолщающие, они дают столько классных эффектов, найти которые среди водостойкой туши бывает достаточно сложно. Но если вам нравится, как ваши ресницы выглядят только с вашей водостойкой тушью, в принципе, вы можете просто нанести водостойкую тушь, и все будет классно. И все будет офигенно при этом держаться. Вот такие дела. Но вы можете меня спросить, ну слушай, ну это же та же самая техника. Что нового-то, да? В этот раз мы будем нагревать наш керлер феном. Так, смотрите, мы нагреваем керлер только совсем-совсем чуть-чуть. Мы не хотим, чтобы он, не знаю, был температуры кипящей воды в 100 градусов, правильно? Поэтому мы его нагреваем совсем-совсем чуть-чуть, и уже вот это нам поможет как следует накрутить наши реснички. Если у нас очень упрямые прямые ресницы, которые еще, особенно если они очень такие толстенькие, их даже вот накрутить бывает сложно, и завиток потом плохо держится. А если мы прогреем наш инструмент, то таким образом нам будет проще сделать этот завиток будет сильнее вот с самого начала, и ресницы будут выглядеть просто бесподобно. Смотрите, я сейчас на камеру сделаю один глаз. Я на второй глаз ничего наносить не буду, никакой туши и вообще ничего, потому что, ну просто поверьте мне, если я на верхней реснице нанесу тушь, то вы просто увидите, что у меня ресницы стали чернее, но вот никакого загиба наверх не будет. Они не будут выглядеть вообще как-то, да. Вы, если вам вообще понравился этот трюк, попробуйте сделать его дома и уже сами сравните, насколько все меняется. Давайте нагреем наш керлер. Смотрите, вот, я нагревал его 5-6 секунд, этого достаточно. Мы не хотим себя обжечь, если вам кажется, что он слишком горячий, дайте ему время остыть, хорошо? Я никак не обрезала и не ускоряла время нагревания керлера. Так, я подкручиваю ресницы. Если вы чувствуете, что он совсем охладился, нагреваем его еще раз. Проверяю обязательно температуру. Я хочу подкрутить каждую ресничечку, и также я стараюсь прокрутить их немножко по длине, чтобы они не были просто загнуты в одном месте, и получалась такая большая дуга, но я не совсем в этом преуспеваю, чисто для справки. Видите, мои ресницы выглядят так, будто их вообще заламинировали. Сейчас время нанести водостойкую тушь. Я использую Maybelline Lash Sensational Full Fun Effect водостойку, но вы можете использовать вообще любую водостойкую тушь. Не наносим туши слишком много, наносим совсем чуть-чуть. Когда я наношу водостойкую тушь, я стараюсь быть очень аккуратной, и поэтому я прям
не тороплюсь, потому что если я случайно мазану по глазу, то снять вот этот вот кусочек водостойкой туши будет достаточно сложно, потому что он пропитает все слои, и придется, по сути, снимать часть макияжа и переделывать его. Поэтому я вот не тороплюсь и изо всех сил пытаюсь прокрасить каждую ресничку, чтобы потом у нас был красивый стойкий результат, ресницы обратно не выпрямились. В целом я во всем видео буду не очень прям сильно торопиться, потому что я хочу сделать просто максимально красивый результат, чтобы вы видели, на что вообще способен данный метод. Как вы видите, я нанесла очень тонкий слой водостойкой туши. Я сейчас дам ей как следует просохнуть и потом уже нанесу обычную тушь. Также можете разделить ваши реснички щеточкой, чистой щеточкой. Теперь я нанесу уже обычную тушь, да, и я буду использовать тоже Maybelline Lash Sensational, но уже просто стандартную, не водостойку. Сначала корни. Если мы отдельно с вами прокрашиваем корни ресниц, а потом кончики, таким образом мы получаем более разделенные ресницы, которые не так сильно склеиваются, и в целом получается более натуральный и пушистый эффект. Мне еще очень нравится использовать вот эту вот металлическую расчесочку от бренда Real Techniques. Теперь нанесу тушь на кончики ресниц. И я снова воспользуюсь своим железным инструментиком. Так, пока мои верхние реснички сохнут, я пока прокрашу нижние реснички. И теперь я нанесу еще один слой туши на верхние ресницы от корней до кончиков. И вот он наш просто потрясающий результат. Так, я очень быстро сделала второй глаз и хочу вам показать финальный результат уже с двумя глазами. Так, смотрите, сейчас берем, значит, ставим лайк,
пишем обязательно комментарий и подписываемся, потому что у меня что-то статистика подписки не такая большая. Вот, собственно, статистика. Вот. И вообще берем и делимся этим видео с подругой, чтобы вместе ходить с офигительными ресницами, хорошо? Я, если честно, глядя на себя, не могу поверить, что это мои ресницы, потому что они вот так вот не выглядят никогда. Это же просто вау, обалдеть. Так что спасибо большое за просмотр. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Спасибо, да, еще разочек. И пока.